Прошли сутки с момента выхода в эфир прямой линии с главой Ингушетии, а заветные мечты уже начали сбываться. Так, президент получил 10-летний Ибрагим. Он написал письмо Махмуду Али Калиматову с просьбой обеспечить ему для познавательных просмотров ноутбук. Ну а Саид Бекботов из пригородного района обратился к главе с просьбой купить ему велосипед. Калиматов пообещал, что выполнит желание лично. Отныне у мальчика есть собственный транспорт.